Предлагается в продажу эксклюзивная квартира, которая находится на одной из самых живописных улиц столицы – Франка 3. В пешем доступе находится станция метро «Золотые ворота», Софиевский и Владимирский соборы, посольства, банковские организации. Квартира трехкомнатная, общей площадью 90 квадратных метров. В ней выполнена грамотная узаконенная перепланировка. Две отдельных спальни, просторная гардеробная, совмещенная кухня с гостиной. Зонированная кухня с отдельной зоной готовки, со всей встроенной бытовой техникой. Есть посудомоечная машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, холодильник. Отдельной зоной выделено место для совместного отдыха всей семьи. Удобный раскладывающийся диванчик, большой телевизор, пуфы, стулья и прекрасный вид из окна на пейзажи столицы. Выполнен качественный свежий ремонт 2020 года. Панорамный вид на старый центр столицы. В доме есть закрытая охраняемая территория. Стоимость квартиры составляет 186 тысяч долларов или же 5 миллионов гривен. Вашему вниманию предлагается четырехкомнатная квартира в жилищном комплексе Chicago Central House от Saga Development, которая расположена по адресу город Киев, улица Антоновича, 44. Квартира общей площадью 99,4 квадратных метра, жилая площадь 59 квадратных метров и кухня 22 квадратных метра. Расположена на 10 этаже 24-этажного дома. Состояние после строителей, большая функциональная планировка, три отдельных комнаты, большая кухня-гостиная, большая гардеробная и два санузла. Есть видеонаблюдение, охрана, консьерж-сервис, 24 часа. Вам понадобится всего несколько минут, чтобы дойти до главного спортивного комплекса Украины НСК Олимпийский и всего несколько минут, чтобы добраться до улицы Крещатик. Стоимость квартиры 250 тысяч долларов, что в эквиваленте в гривневом 6 миллионов 650 тысяч гривен. И эта квартира предлагается вам без комиссии для покупателя. Вашему вниманию предлагается четырехкомнатная квартира в ультрасовременном элитном жилищном комплексе Tetris Hall от Can Development, которая находится по адресу город Киев, улица Федорова, 2А. Квартира с шикарным новым авторским ремонтом. Использованы самые современные материалы. Квартира полностью меблирована и укомплектована бытовой техникой ведущих мировых производителей. Морозильные и холодильные камеры, духовой шкаф, индукционная плита, фильтры на воду, кондиционеры, сантехника, стиральная машина и замечательная ТВ-плазма. В оформлении квартиры использованы обои эксклюзивных итальянских производителей, а также дорогой итальянский текстиль. Скоростные лифты в считанные секунды доставят вас в лаунж-зону, где вы с друзьями сможете устроить барбекю, насладиться прекрасными видами на город Киев, покупаться в бассейне и послушать замечательную музыку. Внизу в холле есть каминный зал, где прекрасная атмосфера и потолки выше 6 метров. Также в жилищном комплексе есть замечательная детская площадка, футбольное поле с шикарным газоном. Стоимость данной квартиры 520 тысяч долларов. В гривневом эквиваленте это 13 832 тысячи гривен. И эта квартира предлагается без комиссии для покупателей. Мы приглашаем вас на просмотр. Вашему вниманию предлагается стильная, элегантная двухкомнатная квартира. Она находится в клубном доме бизнес-класса «Британский квартал». Квартира находится на 7-м этаже 9-этажного дома. Это одна из немногих видовых квартир в этом комплексе. Общая площадь ее составляет 68 квадратных метров. Она состоит из большой кухни-гостиной и отдельной спальни. Изюминка в этой квартире – это гардеробная, в которую для удобства жителей заведены все коммуникации. Ремонт был сделан в 2019 году. В квартире остается встроенная кухня, которая была сделана по индивидуальному заказу с гранитной мойкой. Также она укомплектована полностью бытовой техникой. Особая гордость этой квартиры – это санузел, в котором каменная столешница, зеркало и мойки. Душевая инсталляция, усилена гидроизоляция. На территории комплекса есть вся своя необходимая инфраструктура. Магазины, развивающие школы. Недалеко расположен каскад озер, где вы можете отдохнуть всей семьей.
Цена квартиры 115 тысяч долларов, что в гривневом эквиваленте составляет 3 миллиона 60 тысяч гривен.